Всем привет! Сейчас подождем людей. И я вам расскажу что-то очень-очень интересное. Представлюсь, зовут меня Ирина Агапова-Маркелова. Я бизнес-вумен с 2013 года. Мой доход в месяц насчитывает более 350 тысяч рублей. Я миллионер пока еще не долларовый. Но у меня есть цель стать долларовым миллионером. Пока что я рублевый. И сегодня я вам буду рассказывать про розыгрыш смартфона. Подробнее познакомлю вас с условиями. Участвую я в проекте «Всем миром». Маркетинг я рассказывать не буду. У меня на странице закрепленной записи «Кто хочет, тот ознакомится с системой, как это работает». Смартфон получить не просто за репост. Вот сейчас я переключу камеру и группу. Вот это наша группа. Как работает проект, вы можете посмотреть в закрепленной записи. Вот моя стена. Вот здесь презентация. Есть на русском, есть на английском, есть на грузинском, на 9 языках. Вот здесь у меня есть репост. Подробненько надо с ним ознакомиться. С условиями. Условия достаточно просты. Если вы уже являетесь участником благотворительного проекта «Всем миром» в моей команде и в команде Бориса Маркелова, если у вас в сертификате есть уже фамилия, неважно на какой строке, Ирина Агапова либо Борис Маркелов, вам нужно оказать ежегодную финансовую помощь. Если вы еще не в теме, надо вступить в проект. В этой группе розыгрыш смартфона две ссылки. Одна ссылка моя, другая ссылка Бориса. Кому вам удобней, куда хотите. Хотите под Бориса зарегистрируйтесь, хотите под меня зарегистрируйтесь. Регистрируйтесь в проект «Всем миром». Активируйте свой кабинет за $5. Привязываете единый кошелек к своему аккаунту. Оказывайте финансовую помощь в размере $100. Как это работает, я уже говорила, вы можете посмотреть в закрепленной записи видеопрезентацию. Смартфон уже куплен, я уже вела трансляцию и буду сообщать об этом каждую неделю. С 1 по 30 число, если количество благотворителей, то есть кто оказал финансовую помощь в размере $100, наберется 20 человек у нас с Борисом в совокупности, то мы будем проводить розыгрыш. Если не наберется, в любом случае розыгрыш мы проводить будем, но он будет перенесен, пока не наберется 20 человек. Люди охотно присоединяются, каждый день у нас идут активации, оказание финансовой помощи. И я думаю, что из 20-30 человек у каждого из вас есть шанс выиграть вот этот смартфон. Новенький, в пленочке, ждет уже своего хозяина. Вот такой. Стоит он от 8 до 12 тысяч рублей. С хорошей камерой. С гарантийным талоном. В коробочке все как положено. С зарядкой. Все. Это может стать вашим. Подробнее об условиях. Оказали финансовую помощь $100. Заходите в группу. У меня под закрепленной записью сейчас есть репост. Вот заходите в группу, делаете репост. Сейчас я переключусь и покажу. Вот группа. Вот закрепленная запись. Здесь читаете подробно условия, кто еще не в теме. Читаете, делаете репост. То есть поделиться надо со своими подписчиками. Здесь уже у нас 48 репостов, но... Не каждый будет участвовать, потому что не все оказали финансовую помощь. Далее, когда вы делитесь, указываете свою реферальную ссылку и закрепляете запись, обязательное условие. Дальше. И в комментарии делаете вот такой скриншот. Вот такой скриншот, чтобы мы знали, что вы являетесь... благотворителем в статусе бизнес, это значит тот, кто оказал финансовую помощь.
До 18 года у вас должна быть. И ваша ссылка для приглашения. Мы должны знать, что вы в нашей команде. Только такой человек сможет стать участником. Розыгрыш будет проводиться путем приложения Random App. То есть от нас это не зависит. Как приложение выберет из участников группы, тот может стать обладателем смартфона. И вы обязательно должны быть участником группы. И запись должна быть у вас закреплена в момент конкурса. Если вы, например, уже стали благотворителем, ваши рефералы, если вы будете рассказывать о розыгрыше, тоже могут выиграть смартфон. И это будет мотивировать людей вступить в вашу команду. Поэтому с условиями я ознакомила. Думайте, кто уже устал бегать по пирамидам, по лохотронам, добро пожаловать в проект, который работает уже 6 лет. Нам уже некому и незачем доказывать. Даже я уже не спорю, лохотрон это не лохотрон. У меня есть свой канал на YouTube. Тоже вот сейчас покажу, где его можно видеть. Вот моя страница. Вот здесь мой канал на YouTube. Переходите. Три тысячи 34 подписчика, целевая аудитория, более 610 тысяч просмотров моих видео. Здесь более 1000 видео о нашем проекте. Я в проекте с 2013 года. 1000 роликов. Свой кабинет показываю, как я вывожу деньги, сколько я получаю. Каждый месяц я снимаю обзор своего кабинета, вывод денег и так далее. Поэтому буду заканчивать и всем удачи. Пока-пока.